Итак, всем привет, это 34-я серия нашего прохождения игры Нюх. Мы находимся в четвертом регионе и идем дальше по сюжету. На самом деле я уже начинал эту главу, но я был настолько сонный и упоротый, что решил даже это не включать в запись. Я там немножко побродил, меня там несколько раз убили. Собственно, я нашел одного Кадаму. Как вы видите, один из семи у меня собран. Ну и, собственно, потом еще за кадром я немножко покачался и набрал себе два уровня. У меня теперь, наконец-то, магия двадцатка. Теперь будем копить на ловкость. Нам нужно 175 тысяч до следующего уровня. Шопупец, конечно. Ай, ну ладно, начнем, приступим, как говорится. Здесь, в принципе, дают дофигища уже амриты, конкретно на этом задании. А так-то городок. А, я, кстати, не прочитал, что он там написал. Ну, ладно, это не суть важно. Он говорил о том, что лилии тут выросли вдруг неожиданно. Хотя откуда они тут, откуда бы им тут взяться? А тут нам рассказывают про этот городок, что тут старший сын Токугавы помер когда-то, давным-давно. Ага. И я, кстати, поменял себе, опять же, внешний вид броньки. Мне так больше нравится. Так, на самом деле я бы хотел дзюцу сменить. У меня ведь есть пилюли силы. Вот такие вот. Ага. Пусть так оно и будет. Так, выстрел огня у меня есть такой вот. У меня 27 меда. Талисман огонь могу использовать. Ага. Хорошо. Ну, талисман защиты пока не буду. Талисман уязвимости. Талисман взрывной выстрел я тоже, кстати, прокачал. Пилюли силы у меня, кстати, есть еще. А, ну да, я же их выбрал. Чё-то я туплю. Ну да, бывает. Так, посмотрим. Значит, пилюль у меня 6. Выстрелился у меня 9. Талисманов у меня 6. Огненных то. Катану я сменил. Я не помню, это на записи было или нет. Ну, я их сменил. Катаны-то. А ну-ка, давай-ка выпьем вот это вот. Сука. Ой, я еще думаю, что-то как-то... Что-то как-то, думаю, я мало сношу. Оказывается, я не переключил нижнюю стойку на верхнюю. Нам, по сути, лучше подняться наверх. Потому что тут вот этот вот стоит. Thank you.
Ай, я застрял в этом штакетнике, понятно. Я еще думаю, что такое. Я застрял. Бывает, бывает. Кстати говоря, да, катаны стали слабее, потому что они не бьют огнем. Да и привычность еще у меня не прокачана, насколько я помню. Да, привычность вообще. Я их только-только поменял. Поэтому он бьет не очень. Ну ничего. В принципе, привычность мы быстро наберем. Главное сейчас, кстати говоря, забрать свои души. Ибо нефиг. Тысяч все-таки. Ничего тебе надо. Вот и все. Эта катана, она сильнее, то есть это двойная катана, сильнее, чем мои вот эти вот паучьи катанки были. У меня не осталось щитков паучьих, чтобы сделать себе получше катану-то. Поэтому пока так. Надо будет потом, когда-нибудь, перепройти уровень с паучихой, чтобы добыть еще себе ингредиентов. Так, активно. Живое оружие готово. Не-не-не, ты чё? Просто собери ништяки. Незачем. Так, и тут у нас вот это вот, да. Вот это вот. Лучше всего не рисковать. Эликсиров у нас полно. На самом деле, да, на самом деле они здесь очень жесткие, сволочуги такие, но убивать их надо. Так, тут я не был. О, я кого-то вижу. А как туда? Ага, надо как-то сверху. Сверху, ну, надо будет смотреть как. Потому что тут что-то как-то... Везде одни горы. Горы. Вот сюда вот, если подняться, то мы выйдем. Вообще, получается, к нашему алтарю, насколько я понимаю, да? Ну да. Будем искать. Так, пойдем пока что поверху.
Так, значит, что мы тут имеем? Мы тут имеем, значится, всякие прикольные штуки. А, да, там наверху, кстати, было. Сейчас заберем. Если я еще не забрал. Да, я не забрал. Вот здесь еще одна штучка. Это все мне не надо, но все равно собираю. Авось когда-нибудь и пригодится. Сундучок. В этой пещере, как ни странно, ничего нет вообще. Раньше я что-то его тут не видел. Странно. Он, видно, не всегда тут появляется. Я еще думал, когда я сюда залез, я только вот эту вот кровавую могилу нашел. И все. И больше тут не было ничего. Никакого тут капы не было. Так. Теперь вот это еще взять. Но я бы такой, что пошел бы понизу. Поверху не хочу идти. Пока что. Я бы вниз сходил. Там кадама точно есть. Я его точно видел. Вот он сидит такой. Говорит, возьми меня. Масё, масё. Иди, иди сюда. Если аккуратненько подойти... Очень аккуратненько. Ну чё? Ну чё? Ну чё? Ой. Ну, как всегда. Давненько уже не играл. Наконец-то я ему отрубил рогата. Эликсирчик дали. Ну, спасибо. Ну, спасибо, хорошо. Живое оружие пока не тратим. Пригодится еще. Так. Блин, как туда вот забраться, наверх? Ведь как-то можно, и даже оттуда спрыгивать вон можно. Фиг его знает. На крышу можно забраться, потому что там он висит, приколюха. Тоже странное такое. Ну, то есть отсюда можно спрыгнуть.
Вот вообще тупик. Так, кто? Да, наверху мы точно будем, потому что там что-то есть такое туманное. Если там туманное, значит, это, скорее всего, по сюжету нам туда придется пробраться. Ну что? А, ну тут понятно. Так, ладно. А тут что тогда? А, ну вот, в принципе, и замкнулся круг. По сути, нам туда теперь, к речке. Придурок. Поторопился. Побежал он. Так, 15 штук на складе. Но это вообще это плохо на самом деле. Почему? Потому что все, что я сделал, считаю, сделал зазря. Не, ну теперь, конечно, четко мы пойдем к речке. Мы не пойдем уже в этот тупик. Нам там делать нехрен, но факт тот, что нам придется вот опять вот этого вот косить. Придурка. Так, ну-ка. Сожрем. Фиганем. Иди сюда, твою мать. Готово. А вот и мои души. Пульки. Так, ну теперь вот аккуратненько пойдем. Короче говоря. Туда нам не надо, нам вот сюда надо. Не, подожди, нафига мне тратить стрелы, когда у меня есть вот такая интересная вещь. Ой, может ты все-таки бы отпрыгнул бы. Он не хотел отпрыгивать. Почему, не знаю. Иногда это срабатывает, а иногда нет. А вот Кадама, кстати, сидел вот тут вот, которого я собрал. Так, и что это мне дает? А это мне ничего не дает. Мне надо как-то вот в ту сторону, блин. В ту сторону я не знаю как. Потом, наверное, может быть какой-нибудь срез. Или типа того. Так, вот на этого говнюка я не пожалею даже живое оружие. А ну-ка, катись сюда. Срань господня. Так вот. Блин, он меня все-таки поджег. Но это не страшно. Зонтик. Вот черт возьми, а.
Ай, чёрт. Всё-таки заклинил. Минус. Вакасама, Вакасама. Привет. Давай-ка, дамыч. Иди. У нас есть дела. Да блин, кто там? А, вот ты. Сейчас я поднимусь, я надеюсь. Тут набираются действительно амрита. Просто-таки неимоверными количествами. Уже 104 тысячи. А, вот как можно туда добраться. Понятно. Дерево сшибить. Давненько этого геймплейного момента не наблюдалось. Так, что это у нас там? Да нет. Нам надо Кадаму собрать в первую очередь. Ни хрена подобного. Я тут все равно никуда не попадаю. Странно. Это реально странно. Я почему-то думал, что... Как бы... Это и есть тот самый срез. Где-то, знаете, что-то пропустил. Ну, ладно. А-а-а, привет. Привет, привет. Пока-пока. Против вас у меня уже все отработано. Так, тут я... А, блин, я вот здесь не взял ящичек. По крайней мере, магия о меда, говорите, да? Так, давайте используем всякие там локом это. Локом ниндзя. Ага. Так. Переча. Давайте по навыкам посмотрим, что там по магии-то мы можем себе сотворить. Взрывной выстрел можем сделать. Но я им пока не пользуюсь, поэтому талисман от огня можем сделать. Третьего уровня. Огнеборец. Плюс 3 против огня. А, ну вот, да, вот эти вот надо качать. Пусть будет. Вот. Правда, вот на молнию не хватает, но это не важно. На землю. Но я не видел ничего пока что, что меня землей бы гасило. Так, мы можем пойти туда, мы можем пойти все-таки наверх, посмотреть, что там еще есть. Потому что вот сюда вот мы ходили, это подъем туда, здесь тупик.
Есть еще вот здесь вот какой-то путь. Ой, Кадамыч. Привет. Блин, а все-таки как туда добраться? Странно это. Такое ощущение, что я где-то типа лестницу пропустил, просмотрел. Ага. А привет, чувачок. А кто ты? А! Нормально. Не успел он сдох, это превратиться в большого. Это, кажется, вот эти вот малявки, они потом превращаются в больших циклопов. Если их вовремя не убить. Так, я куда-то пришел. Наверное, это босс. Ну, по крайней мере, так похоже, очень сильно похоже. А почему такой маленький уровень? И где все остальные кадамычи? Даже и пойти-то больше некуда. По идее-то. Либо я действительно целую какую-то дорогу пропустил. Можно глянуть, что за босс, конечно. Давайте глянем. У нас, в принципе, живое оружие есть. У нас 6 талисманов огня. У нас 11 эликсиров. У нас куча этих самых пилюлек. Мы полностью готовы. Единственное, конечно, 109 тысяч терять жалко. Давайте. Это не босс. Ну и хорошо. Так, вижу тебя. Морда. Я уж и думаю, что что-то быстро кончился уровень. А, дверь, похоже, заперта. Это печально. Так, здесь есть... Ага, здесь есть спуск. Я вот из этих ворот вышел. Угу. Так, а ну-ка. Где-то тут что-то бродило какое-то. Чувырло. Блин, а тут можно пойти куда-то? Нет, уровень. Я еще удивился, почему думал, он такой короткий. Не-не-не, он нормальный. Вполне себе. Вполне себе нормальный уровень, да. Непонятно, как туда добраться вот до вот этого вот. Он же не умеет у нас через перила прыгать. Ну да ладно. Где-то тут, по идее, должен быть алтарь. Может быть, даже тут. Алтарь этот я не вижу. Аркебуза. Хорошо, хорошо. Будда сидит. Так, что там такое? О! Ну привет, пацанчик. Рахатый оно. Блин, застрял опять.
Давай. Что-нибудь такое. Вот, молодец. Ну чё? Сука. Я думал, он не достанет, если... Сука. Блин. Ну, да, печально было. Да. Во-первых, я подумал, что он не достанет до меня этой волной, но он достал, а потом как-то я поторопился, да. Блин, это отсюда нахрен переться до туда. Это далековато. Так, ну вот мы снова тут. По идее. Вот моё. По-быренькому пробежать получилось. Давай, иди сюда. Ладно, допустим, ксирчик, спасибо. Очень полезно, правда, ничего тут оказывается. А, нет, подожди, тут что-то есть, смотрите. Дверь заперта. Фигово. А как туда вообще? Сверху, что ли, как-то? Странно. Дверь заперта, но никакой возможности ее открыть нет. Может, надо как в Dark Souls постучать? Открывайте! Нет. Не открывают. Ладно, что тут еще-то есть у нас? Значит, тут мы были. Тут заперто. По идее, нам только сюда. Тут тоже можно спрыгнуть, а? Пить тебе. Я тебя даже убивать не буду. Я буду искать способ до тебя добраться. Способ как бы есть. Вон там. Так. У меня на уровень-то хватает, не хватает? 73. Так, сделаем сейчас какое-нибудь подношение. Так, ну вот, например, Адати. Она мне не нужна. Кусуригама. Она мне тоже не нужна. И вот уже у нас полна коробочка. Так, качаем ловкость, как я и говорил. Нам нужно... Еще 4 уровня влить в ловкость. И все у нас будет хорошо, наверное. Так, я могу... Ага. Ага. Что-то мне это не нравится, но у меня есть живое оружие. Во.
вовремя. Ёпта. Подожди. Да блин, достал. И убил. Сука. И вот как я теперь без живого оружия с ним разберусь. Хрен его знает. Блин, как я ненавижу этих... Птичек, блин. Это ужас какой-то. Ну, реально, как я вот без живого оружия сейчас с ним разбираться буду? Отвали от меня. Бля. Полечился, называется. Тут. Ну хотя бы сейчас я могу собрать свое оружие. Своего духа. Не вступая в схватку с этим говнюком. Это ужас какой-то. Он взял, блин, тут оступился, блин. Я не знаю. Давайте пробовать так его. Так. Я все-таки смог. На самом деле это было плотно. Вообще я с ним как-то стараюсь не связываться. Без лишней на то необходимости. Давай, иди. Нефиг тут делать. Тут вообще страшные вещи творятся. Так, и что это мне дает? Он тут... Всего лишь сундук охранял Акадаму, да? Мне, по сути, сюда и не надо было. А, два сундука. Ну, хорошо. Два сундука. Это нормально. И больше тут нет ничего. Давайте на всякий случай сохраним. А, нет. А что сохраняться-то? А, ну чтобы восполнить все свои лечилки там и так далее. А
Пойдем дальше. Так, дружочек. Давайте в него стрельнем. Ну, как-то не очень, я бы сказал. Туда можно пойти. А что ты тут охранял, друг? Ага. Это я, кстати говоря, знаю, где я. А, блин. А я-то думал, тут просто. Так, и чё тут? Ну, это не страшно, конечно. Ой, блин. Зараза, запутался. Здесь, конечно, не очень это самое... Много пространства. Говнюк согрелся. Застревает он вот в текстурках-то. Вот это вот было печально. Почему? Потому что я забыл, что он еще может и так ударить. Делов-то на копейку, ё-моё. Так, а что я тут... И что мы тут умеем? А фиг его знает. А, я тебя знаю. Так. Просто, конечно, интересно, я нафига я сюда А, ну, ладно, Кадама хотя бы есть, да? Это уже другой разговор. Только это мне не дает абсолютно ни хрена. Так, то. Совсем понятно, что мне это реально дает. Ведь дверь заперта, как была, так и осталась. А я сделал круг. Что-то я не увидел. Что-то я, наверное, не прочитал, может быть. Может, надо ему в бошку стрелять, не? Э? Ну, для этого, конечно, не мушкет надо выбрать, а лук, наверное. Нет-те. Нет. Ничего не помогает. Так, ладно, пошли смотреть, что я тут мог пропустить. Так, вот отсюда я спрыгнул, допустим. А здесь у нас, допустим, тут у нас тупик, тут у нас подъем. Тут у нас нет ни шиша.
от слова совсем. И вот мы приходим опять же сюда же. Но вопрос, конечно, остается открытым. Что делать? Куда дальше бежать? А, вот ключ. Интересно, от какого именно храма этот ключик? Пошлите сначала там, где Тенгу был. То есть нет. То есть вот туда. Там, где был закуток, который не открывался. Иди сюда. Может быть, он подойдет? А? Да, подошел. Это очень хорошо. Суча призывателя тоже. Вещь полезная. Так, я так понимаю, что теперь вот это вот откроется, да? Да. Открылось. Так, что там? Пока осматривал, где он. Зато полечился. Так, что-то тут могил до хрена. Это плохо. Так, ну у меня есть живое оружие, если что. Серьезно? А почему на нем помирали-то? Он же вроде как простой. Ну, по крайней мере, обычно-то простой. Давай. Ой, молодец. Только я не попал. Масё, масё, да-да-да. Так. А вот тут вот может быть бо... О, кстати, наверное, да. Кстати, наверное, как раз таки боссы есть. Это мамка, в смысле жена этого Иясу, что ли, получается. Да, похоже. А может быть жена? Я так понимаю, она будет против того, что я приперся. Нихера себе. Ну и рожа. Ой, аж залагало. Так, ну ладно. Блин, хрен просто подойдешь к ней. Так, кто? Что-то ей как бы
Похер. На огонь. А, потому что она сама огнем фигарит. Понятно, все с тобой. Сучка. Да, блин, арена кончилась. Кончилась арена. Угу. Ладно, я понимаю, что это будет нифига не просто. Так, также мне огонь тут вообще не нужен. Талисман огня мы убираем. Вместо этого ставим амулет. Наверное, все-таки молнии, наверное, мне кажется, само то будет. А может, ветра? Давайте ветра, у нас их 20. Так, я что-то куда-то не туда побежал, если честно. Мне ж там открыто, поэтому мне можно прямой наводкой. Так, я и не понял, как Кадаму взять, ну да ладно, это не столь важно. Я потом за кадром его все равно найду. Так. С этим я не буду связываться, он мне не нужен. С этими тоже. Пойду сразу к ней. Мадам, я вернулся. Где моя душа? Тварь такая. Я не смог. Хренова камера. Сейчас бы живое это оружие пригодилось бы, уже бы добил бы. Thank you.
Готово. В общем, я очень долго на ней парился, пока не понял, что она ничего не может, если к ней вплотную подбежать. Она на дальней дистанции хорошо мочит, и на средней, но только не на ближней. То есть, хотите ее победить, когда она на вас набрасывается, к вам подбегает. Не отбегайте от нее, не блокируйте ее удар, а наоборот, вплотную к ней прижимайтесь, и она не попадет. Вот это ее слабость. Фух. Это было круто. Но все-таки вопрос остается открытым. Как же мне там еще кадам найти? Я ведь не всех нашел. Ну ладно, этим я займусь за кадром. Благо есть гайды по нахождению всех этих кадам. О. Что зачем? あなたは恋人を追ってこの国に来たって聞いたわ。侍どもとは違うよね。кролики? Она нам кролика подарила? あいつは徳川の家を守るため。 А, все-таки он, это жена, значит, его мать этого сына его старшего. おしんのため息子も切り捨てる。血も涙もない男。あいつは兄さんを殺した。私も家康の娘。だ。もうだって、ニャジュ。ね。のつが去れそうになったけど。のて、сбежала。конечно。あいつの駒に使われるのは真っ平ごめん。 家を捨て、私は忍びになった。あいつに会うんでしょ？私は先に江戸に向かうわ。какая одежка срамная。 Для Японии-то 17 века. Так, далее. Это, похоже, молния, да? Ну, судя по этому, по значку. Потому что желтенькая это молния обычно. Вроде как. Сейчас узнаем. Жалко, что я вот там вот живое оружие потерял. Так бы оно мне очень сильно тут пригодилось в битве с боссом. Так, лилии исчезли, а с ним и запах. Похоже, что и Якой, и лилии появились здесь из-за чувства глубокой обиды, что испытывал сын Иясу к своему отцу. И так Токугава и Иясу способен обречь на смерть собственного сына. Интересно, на что он еще способен? А ты реально хочешь это выяснить, да? Так, кровоточащий цветок смерти. Блин, это что у нас вообще такое? Какой там уровень-то нужен? 90-й? Да я бы сказал, что не нужно оно. Так. 7 благих вестей.
80 уровень, всего лишь один меч по сложности, так что нам это вполне себе по силам. Тяжесть мира. Уровень задания 0. Ага, это я понял. Я понял. Это значит, что мы как бы просто сюжет посмотрим. След мастера. Fucking shit, смотри-ка. 79 уровень, но 3 меча. Это будет даже сложнее, чем вот это. Ну, правда, в этом никакой сложности-то и не было, по сути. Ну, ладно. Так. Этим всем будем заниматься в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, всем пока.